Выставка работ Фань Цзена, одного из ведущих современных художников Китая, проходит в знаменитом пекинском салоне живописи и каллиграфии Жун Бао Джай. Среди экспонатов – ранние работы, каллиграфия, традиционные рисунки тушью и гравюры на дереве. Фань Цзен работает в традиционной технике гохуа. Самобытный художественный стиль принес ему мировое признание еще в юном возрасте, а на его выставках всегда много посетителей. Кроме того, художник отлично разбирается в литературе, истории и философии, и он уверен, что глубокое влияние на его творчество оказала философия Китая. Многие из работ автора были признаны национальным нематериальным культурным наследием. А в Жун Бао Джай делают копии картин Фань Цзена с помощью собственной технологии ксилографии, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством выдающегося художника.